Так, дорогие друзья, к моему большому сожалению, этот кусок не записался почему-то. Ну, давайте посмотрим. Вот, ну, сделать вот такую ручку вам не представляет проблем, кубик. Этот смотровое окошко мы делали в танке КВ. Дальше, что у нас еще? Вот от этого я взял. Вот здесь взял, отрезал одну, поставил. Далее. Это большой люк. Большой люк. И к нему еще колечко. Из торуса сделана, отрезана вот эта часть. Вот все. Ну, сэкономили, по сути дела. Так. Теперь нам нужны траки. Тут немножко посложнее будет. Давайте мы их изготовим сейчас. Надо, во-первых, посмотреть, как они выглядят. Вот они как выглядят, ребята. Вот так выглядит трак. Сюда нам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук надо поставить, как минимум. Так. И... Давайте сначала низом займемся или сделаем сначала, давайте, гусеницы, наверное. Потому что взять гусеницы из КВ, наверное, будет неправильно. Давайте сами будем делать. Пойдем сейчас тогда, чтобы нам ничего не мешало. Так. Мы сделаем следующее. Вот так. И возьмем теперь объект. Тут ничего не выделено, да? Нет, возьмем курочку. Так, ну а трак мы сделаем с вами отдельно, наверное, так, немножечко сузим его проекцию. Так, теперь что мы будем делать с ним? Gitmod, Ctrl-R, и вот сюда поведем. Вот так, теперь выберем вот эти два. И скажем... Е. Стоп. Е, но в Е надо сделать вот этот экструд. Вот так он должен выглядеть. Так. Так. Здесь мы поставим цилиндрик. Так. Где он тут цилиндр? Развернем его на 90 градусов по оси YR, Y90. Есть. Уменьшаем. Тянем по X. Что такое? Так, вытягиваем сюда, подвигаем. Вот
сбоку смотрю. Во-первых, надо меньше сделать. Так. Вот. А, слепили, конечно. Так, П. Вот так теперь. Растягиваем. Ну вот так, G по Y сначала вот сюда, потом сделаем ее поменьше. Так, примерно. Так, и тянем по S. Нет, по X. И задвигаем теперь ее сюда. Потом мы должны с вами сделать парочку вещей еще. Edit mode. Ctrl-R. Вот так. Как лучше сделать? Вот сюда. Нет, не так. Ctrl-R. И скажем S по иксу сдвинем их. Так. Так. И теперь подвинем G по иксу сюда. Подвинем. Да. По иксу. Лучше, наверное, вот так сделать. Ну-ка, посмотрим сверху. Так, это правильно. Это не совсем правильно. Сдвинем ее. По X тоже. Вот так где-то сдвинем. Так будет симпатичнее. Так, теперь здесь Ctrl-R. Нет, 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 вот так. Сюда. И здесь Ctrl-R. И вот сюда. Все это нам нужно для того, чтобы поднять вот эти два. Так, стоп. В чем дело? Тут что-то я нарушил, наверное. Очевидно, что-то я нарушил с этим движением. Вот так это все было хорошо и красиво. Нет, вот. Сюда. И здесь еще Ctrl-R. Так.
Здесь Ctrl-R. Здесь Ctrl-R. Хорошо. Теперь сделаем следующее. Вот этот и этот. Этот и этот. Мы их поднимем наверх. G. Нет, E. Вот так. И так, хорошо. Так вот, да? S по Y. Мы получим две такие симпатичные штуки. Единственное, что как бы у них должен быть зазорчик такой. Насколько я понимаю. Так, давайте не будем это усложнять. Давайте сделаем так. Так, 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 так. И Ctrl-R. Ctrl-B. Так я и думал. Выбираем сервис. Отлично. Так, и здесь возьмем вот эту палочку, вот эту палочку. Так, ее скопируем, Shift D. Смотрим сверху. Уменьшаем ее по... Так, ну-ка. Поленился, зараз так. Поленился. Вот это вот мне не нравится уже откровенно. Вот так надо сделать. Если уж поленился, Ctrl-R, V. То уж тогда постарайся как-то сделать. Вот так хотя бы. Ну и здесь нам нужна вот эта палочка. Да. Мы ее сейчас Shift-D, потом S по X. Сделаем чуть толще. Так вот сделаем. И
СВСУ. И опустим вниз. Сначала сверху глянем, не в середине она, естественно. Так, ну хотя, пойдет, наверное. И опускаем вниз. Так, и S, Z. О, X, извиняюсь. Сверху смотрим. Вот так вот делаем. Вот такой у нас драк, если что. Это, конечно, ребята, это нижняя, вернее, внутренняя часть, но мы ее сделаем сверху, потому что так, мне кажется, интереснее будет. Так, и это мы сейчас все соединим в одно. Идет. Так. Это уберем. Это уберем. Это назовем трек. И сохраним под словом трек. Save as. Save as. As. Тигр трак. Сейф. Все. Что у нас по времени? 12 минут пойдет. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас пригласим сюда этот трак. Где у нас опенд? Вот он трак. Вот он такой. И мы его сейчас на 180 по оси XR, X180. Вот так все-таки сделаем. Так. Посмотрим еще Edit Mode. Что-нибудь тут такое сделать. Я думаю, что да. Ctrl-R. Вот так. Я думаю, надо какие-то выпуклости сделать, чтобы интереснее было. То есть взять вот этих два и их поднять немного. Вот так. Потом сделать Ctrl, вернее И в обоих. И теперь поднять G по Z. Вот такие остроконечные сделать. Я думаю, так будет интереснее. Хорошо. Ну а теперь надо уменьшить до определенного размера объект мод. Давайте уменьшим. Ну, примерно вот так пока что. По оси X еще вот так сожмем чуток. Ну и вот теперь надо нам посадить эту штуку. Так, уберем все ее трансформеры. Вот и все нормально. Так, давайте сделаем следующее. Первым A array. Но здесь скажем 0. Вот здесь скажем 1 и 1. 1, точка, допустим, даже 0, 3. Вот так. То есть оно немножко вот отходит. Все правильно. Так, и сделаем теперь их побольше. Примерно вот так. А далее у нас стоит разговор с курвой. Second разговор. Мы говорим, что вот по этой ты должна нам прокрутить эти траки. Но по Y нет, по Z нет, по X минус нет, по минус Y да. Да.
Вот, он поединил с Ерику, да. Но что-то ее деформировало сильно. Давайте мы ее сейчас уменьшим. С. Допустим, вот до такого состояния. Так, вот это уже хорошо, похоже на гусеницу. Так, и раздвинем чуть-чуть. Вот здесь помним, да? Один на один, скажем. Вот так. Один на один. Так. Ну, теперь по игреку. Ну, так вот, да. Вполне прилично получается гусеница. И мы теперь только ставим, сколько нам нужно. Смотрим, здесь еще до 73-го. И чуть сдвигаем их между собой. Вот наша гусеница получилась. Отлично. Теперь нам нужно будет к ним поставить колеса. В принципе, если мы довольны этой гусеницей, то мы можем спокойненько сказать, что да, apply. И пиццер курвы тоже. Сказать apply. Все. Теперь выдвинем ее вот сюда. G. Смотрим. Сбоку смотрим. Я такой, чтобы, знаете, опустить вниз и раздвинуть. Слишком узкий получается тигра. Так, давайте мы отсюда посмотрим. Так, лучше. Я вот так его раздвинул. Даже вот так. Угу. Вот мощный такой красивый получается. Хотя, мне кажется, здесь он не выступает. Здесь наоборот вот эти выступают, да? Ну, тогда он не очень красивый получается. Сейчас сотрясем по геометрии и немножечко сожмем, да? S по иксу. Так, я думаю, будет хорошо. И дальше уже задвинуть туда, куда нужно. Угу. Так как у нас игрушечная, то и пропорции у нас, естественно, тоже игрушечные. Ничего страшного. В следующем видео сделаем колесики. В общем, будет красиво и хорошо.